Друзья, всем привет из Стамбула. Давненько у меня не было видео новеньких. Давненько я никуда не ездил, я не посещал страны, да, ситуация в этом году не очень. Поэтому, к сожалению, в Азии я никуда не съездил на те рынки, куда планировал. Но сейчас я нахожусь в Стамбуле на Гранд-базаре. Это, наверное, самый популярный и известный здесь рынок, где продают абсолютно все. В общем, давайте сейчас по нему прогуляемся, посмотрим, сколько здесь стоит, что здесь можно купить и вообще какие есть цены, какой ассортимент продукции. Ну что ж, с самого раннего утра здесь сейчас 9 утра, уже здесь кипит жизнь. То есть, если в Китае в это время суток только все начинается, только продавцы подходят, такие вялые, не особо активные, то здесь все идет. Просто кипит жизнь, несмотря на пандемию, несмотря ни на какие ограничения. Все здесь есть, все здесь продается. Что касается цен, сейчас пройдемся, подойдем ближе к магазинам и посмотрим. Что вообще касается этого места, что касается Гранд-базара. Это скорее туристический аттракцион. Если вы едете специально закупаться какими-то товарами в большом количестве, то есть объемом, оптом, то вам, конечно же, не сюда. Но если вы хотите купить какие-то сувениры, просто погулять, просто увидеть местный колорит, конечно же, здесь стоит побывать в первую очередь просто как на экскурсии. Стоит отметить, что мимо некоторых рядов здесь пройти просто нереально. Они привлекают внимание, ты по-любому остановишься, по-любому подойдешь, посмотришь, что здесь продают и сколько это стоит. Спасибо. Нет, спасибо. Вот сейчас мне предлагают попробовать разные сладости турецкие, но я сейчас чуть занят, попозже, наверное, я вернусь. Спасибо, попозже. Спасибо. В общем, продавцы очень любезные, очень доброжелательные. Сразу же идут на контакт. Спасибо, попозже. Очень все. Спасибо. Очень все классно, всегда все предлагают, очень дружелюбные. Это действительно классно, просто такой местный колорит, который бросается в глаза. В Китае все же такого момента нет. Если вы гуляете где-то по Гуанчжоу, то, скорее всего, он вам крикнут «Hello», еще что-то, но так активно что-то предлагать, зазывать, скорее всего, у вас не будут. Что касается товаров, здесь можно купить абсолютно все, начиная от сумок, аксессуаров, заканчивая коврами, кальянами, золотом, шелком, кашемиром и различными украшениями. Такой очень важный момент. Мне почему-то все время кажется, что вот сувениры, всякие мелочевка, да, она все-таки идет сюда, даже сюда из Китая. Хотя, возможно, я в этом и заблуждаюсь, ошибаюсь, это все местное производство. Но если посмотреть на эти кальяны, вот очень-очень похожие и аналогичного качества я видел в Гуанчжоу на рынке сувениров. Что касается цен, как мы видим, здесь в основном цены не представлены. Что это для нас означает? Это означает, что если вам вещь понравилось, вас заинтересовало, нужно подходить, спрашивать и, конечно же, торговаться. Цену можно сбить здесь очень-очень хорошо. Что касается вообще обстановки в Стамбуле, обстановка здесь шикарная. Всех пугают тем, что здесь коронавирус, что все закрыто, нельзя ни поесть, ни попить. На самом деле это совершенно не так, и вы видите, что людей очень много, все магазины открыты, все работает. Было бы только ваше желание, соответственно, и финансы, и вы всегда сможете здесь и купить все, что душе угодно. Поэтому, если вы думаете, ехать сюда или не ехать, конечно же, стоит ехать, тем более сейчас туристов не очень много, сезон уже низкий, и цены более чем гуманные. Стоит отметить, что здесь продается очень-очень много различных ювелирных украшений из золота. И эти магазины, они просто сверкают, они блестят. И когда вы подходите к витрине, просто такое состояние «Вау!». Можно купить и слитки, и вообще все, что вы здесь пожелаете. Вот посмотрите на эти магазины. Они очень яркие, они выделяются в толпе. Вот это просто, что называется, дорого-богато. Также здесь на рынке прямо находятся обменники, но что касается курса, он плюс-минус везде одинаковый. Если вы хотите поменять деньги по более-менее выгодному курсу, стоит идти все-таки на биржу и менять там. Но опять-таки все зависит от сумм. Если вы меняете пару сотен долларов, вы потеряете, ну, может быть, долларов 5. То есть этот не стоит потраченного во время отдыха времени. Ребята меня пригласили в магазин, конечно, мимо пройти невозможно. Здесь продаются сладости, здесь
выглядит все безумно красиво, и чили, и все-все-все. В общем, это действительно очень круто, ребят. И посмотрите просто на это убранство. В общем, меня угостили чаем, и даже со мной сейчас говорят на китайском, потому что я сказал, что я из Китая. Это круто. Сейчас вот мне показали такие очень классные кристаллы, и опустили всего один в горячую воду, и я почувствовал моментально просто невероятную свежесть. И это все напоминает на самом деле такую китайскую медицину, которая также нацелена на увеличение похмелья и прочих симптомов. Очень-очень классная вещь. Мне положили этот кристаллик в воду, и если поднести к носу, он тебя пробивает просто с ног до головы. У меня из глаз уже сейчас текут слезы. Это безумно крутая штука. Я думаю, я обязательно возьму с собой чуть-чуть этого в дорогу. Если, конечно, это можно. Фу. Говорить сейчас сложно, нужно вытереть слезы. В общем, ребята меня сейчас пригласили в свой магазин. И что очень интересно, мне не втуляли ничего. Мне дали попробовать чай, мне дали попробовать свои невероятные освежающие кристаллы. И при этом не было какого-то прессинга, типа там, покупай, смотри, там, давай, давай. Нет, ничего такого не было. Мы с товарищем очень интересно пообщались. Также пообщались и на тему Китая. Он мне рассказал, как идет некоторые поставки. И что очень интересно, я поделился своими наблюдениями о том, что на этом рынке часть товаров явно из Поднебесной. И он эти мои догадки подтвердил. Thank you. В общем, действительно, очень классное общение, и такое было совершенно не напряжное, и меня никто ничего не заставлял покупать. Вот здесь пошли обувь, сумки, и выглядит это так, мягко говоря, средним ценовым сегментом, средним качеством, мягко очень говоря. И я думаю, что если вы хотите что-то более классного, более такого хитового, трендового, то нужно идти все же в другие места, и даже вот одну штуку здесь покупать, наверное, вообще не стоит. Но судя по тем моделям, которые представлены на витрине, цены также здесь нет, в принципе. Ну и спрашивать я ее не буду, то я думаю, вот в таких именно одежных обувных магазинах от меня не отстанут, пока что-нибудь не куплю. Посмотрите вот на эту витрину. Здесь все это бросается в глаза. Но если подойти поближе, посмотреть, у меня ближайшая самая ассоциация — это Таиланд. Вот в Таиланде были магазины очень-очень похожие и даже с примерно таким же аналогичным ассортиментом. Что интересно, сейчас во время пандемии здесь совсем немало людей со всех стран. То есть я слышал разную речь, и видно было даже по внешности, что люди приехали из другого материка. И на самом деле, да, жизнь кипит. И никаких проблем, в принципе, здесь нет ни с перемещением, ни с покупками, ни с чем-либо еще. И если вы хотите какой-то восточный колорит, то вам определенно стоит сюда прийти. А вот сейчас магазин часов здесь я прохожу. И очень интересно, что также мне человек, с которым я пообщался в лавке чаев, сказал, что вот эти все часы, лучшие копии, они идут также из Китая. Как я подозреваю, и вот эти вот чемоданы, сумки. Поэтому, если вы едете сюда именно за какими-то копиями, то, скорее всего, делать здесь это не стоит. Во всяком случае, покупать оптом, закупаться явно это не то место. На самом деле, здесь рынок шопинг мне очень напоминает периодически Китай. Не только по своему формату, но также и потому, что вот здесь везде висят турецкие флаги, они тоже красные, и китайский флаг, он действительно чуть-чуть похожий. Если закрыть глаза и представить, то можно подумать, что вы где-то совсем не здесь. Вот здесь вот идут ряды, да, продают различную ювелирку, продают как копии, так, возможно, и что-то интересное. Но, опять-таки, если вы хотите здесь что-то купить, то в теме надо разбираться. И надо четко понимать, камень это или пластик, и уметь это все отличить. Иначе, наверное, сюда идти вам точно не стоит. Конечно же, какой рынок в Турции без ковров? Обратите внимание на них. А этих магазинов здесь не столь много, но они есть, и ковры действительно потрясающие. Ну что ж, друзья, вот такой вот гранд-базар в Стамбуле. Сюда определенно стоит прийти, здесь стоит погулять просто в экскурсионных целях, посмотреть то, что здесь продают. А цен на многие товары, к сожалению, здесь нет, то есть нужно идти, спрашивать, торговаться.
Но, как я знаю, как подтвердили мою информацию, мои догадки, цена здесь очень высокая, и просто смысла в этом особо нет. Только если вы хотите получить колорит, если хотите взять какие-то сувениры по фиксированным ценам, то да, можно сюда прийти, и, наверное, это будет стоящая прогулка. Ну что ж, друзья, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Всем пока.